Неужто возмездие? В тюрьму не хочу. Надо бы попрятать компромат. Это мой секретный... этим твоим грузом, растаможкой и прочее, не говоря уже о спец разрешений. Так что с тебя штука баксов. Да. Продажа. Чего? Штука баксов? Доставка дороже товара? Да за такие деньги мне этот кувшин нафиг не нужен. Ну, дело твое. Груз доставил, адресат принимать отказывается. Значит, придется делать запрос в соответствующие органы. Проверят, кто адресат и как он этот товар приобрел. Подождите, не надо запрос отправлять, но доставка не может столько стоить. Может, потому что у тебя на лбу написано, кто ты и чем занимаешься. Короче, если денег сегодня не будет, поможем тебе их отработать. Ты же у нас хакер. Нормально. Поперли на кухню. Что-то тут я вчера не доел. Да, за такие бабки мог бы и джин быть в комплекте. Заклинаю тебя, джин, вылазь оттуда, зараза. Ой, антисанитария. Берем наш кувшин и выбрасываем его нафиг. Помойку. Да, попасть на такие деньги из-за воняющего кувшина. Тощий,
Мелкий, как трехгиговый винт. Хоттабыч. Ты что делаешь? Он на меня рычал. Ты кто такой вообще? Джин. А как же сразу не догадался? Хоттабыч типа. Хоттабыч, Хоттабыч, называй меня как хочешь. У тебя есть три желания, мой юный друг. Хочу, короче, чтобы на каждой мыши была открывалка для пива. А то всегда неудобно, если... О, мудрейший, а ты мне ничего придумать не можешь? У тебя всего три желания, идиот! Да ладно, не ори. Баксов понаделать можешь? Баксов? Это что? Что? Баксы, ну, это бумажки такие, с картинками. Покажи мне одну бумажку, о, мудрейший, и я сделаю сколько захочешь. Так, идем к соседу. Жук чугун. Займи 100 баксов. Привет. Да ты что? Откуда у меня 100 баксов? Через 5 минут отдам 200. О как! 5 минут, говоришь? Под залог бы дал, а так... Извини. Да, блин. Вот тебе 100 баксов. Не забудь вернуть. Жук чугунный. Возвращаемся в квартиру. На кухню. А, уже в этой комнате. Да, квартира, конечно, меняется. Хоттабыч, раздобыл я 100. За тобой исполнение желаний. Сколько же ты хочешь? 1 000 000. Не, фигня. 1 000 000000. А лучше 1 000 000000. Ну, короче, так, чтобы до хрена. Понял, понял. Хрен знает, сколько ли он. Давай свою купюру. Так, даем ему купюру. Качественный папирус. Ой, денежки. Дайте мне их сюда. Все. Ну, как джин, ты крут. Ты давай-ка над вторым желанием думай скорей. И кувшин это, давай сюда. Кувшин? Кувшина у меня нет. Как это нет? Так я же его выбросил, из него воняло. Это была не вонь. О, горе мне, горе! А если он попадет в плохие руки? А если новый хозяин заставит меня сжигать посевы и мучить детей? Да ладно, не напрягайся. Во дворе твой кувшин, на мусорке. Сейчас сбегаю, принесу. Давай скорей, о, беспечнейший. Поехали. Выходим. У самого 1 000 000000, а соседу 200 баксов пожалел. Жадность. Сейчас я там отдам деньги. Забирай свои деньги. Мусор как-то. Увезли мусор. И кувшин вместе с ним. Что же я Хоттабычу скажу? Хоттабыч, тут такое дело с кувшином твоим. Не томи, о, мудрейший. Что с кувшином? Увезли его. Кто увез? Куда увез? Кто? Мусоровоз. А куда, не знаю. Но это, наверное, можно в интернете посмотреть. Ну так пойдем в интернет скорей. Может, мы еще успеем догнать этого похитителя чужих кувшинов. Так, компьютер нужен.
Все. Возвращаемся. И откуда я знаю, куда этот проклятый кувшин увезли? А что он его не нашел? Роблик, фиг поймешь, что. Ага, есть. Ассенизатор 115. Говноводов 15. Вот, раздобыл я адрес. Там твой кувшин. Я у тебя в опочивальне ковер видел. Ну так и полетели на нем. Не дам я тебе свой ковер. Линолеуму кусок подойдет? Тут сосед ремонт делал, остался после него. Не знаю никаких линолеумов, но летать заставлю что угодно. Так, берем наш линолеум. Так, лезем на крышу. Так, ложим линолеум. Становимся на линолеум. Так, Хаттабычу адрес даем. Ой. Ну давай по помойку лазить. Предъявите документы, граждане! Особенно это тебя касается, дедок! Хаттабыч, поправь ситуацию, что ли? Слушаю и повинуюсь, мой господин. Да, и кувшин свой заодно вытяни, а то никакой охоты нет в объедках рыться. Сделаем. Все. Так, теперь можно домой идти. Хаттабыч. Надо бы, Хаттабыч, тебя приодеть по-человечески. А то на правах таджикского беженца недолго и в КПЗ угодить. Да я не против. Сейчас отмену валюты. Рубли. Отлично. Магаз. Так. Берем вот это. Так. Красив, деньги даем. Дальше деньги. Чудесно! Так, шматки Хаттабычу. Совсем другое дело. Хорошая одежда. Мне нравится. Пиво хочешь? Пиво? Это что такое? Да так, напиточек один. Так я хочу. Купи мне пиво, отщедрейший. Один момент, позвоню только. Друзья. Как пожелаешь, о свет моей души. Алло, Олег. Давай встретимся, я тебе деньги отдам. Понял, жду здесь. А мы пока пивка попьем. Да не надо мне Сбербанк. Я вот сюда надо. Гастроном. А пиво у вас есть? Холодное? Есть. Именно пиво. И именно холодное. Специально для вас. А пиво у вас есть? Холодное? Есть. Именно пиво. И именно холодное. Специально для вас. Так, убираем пиво и свалим отсюда. Идем к Хаттабычу.
где же Ставыч? Глотни пивка. Добрый напиток. Теперь бы это... отлить надо. Ну вот, неплохое, в принципе, место. Сойдет. Ну так я нашел деньги. 1000, как договаривались. Засунь свою 1000 себе. Сейчас поедешь с нами. Сядешь за компьютер и будешь бабло из интернета качать. Или я тебе башку нахрен отстрелю. Не хочу вмешиваться в твои дела, но если у тебя возникли тут... Слушайте меня, гниды! Вы были рождены в отхожем месте! Ты чё несёшь, сопля? Я скоплю вас тупым ножом и заставлю пожирать испражнения друг друга. Ходишь под тем? Кто тебя крышует, спрашиваю? Хаттабыч! Хаттабыч? Погоняло такое? Вроде нет такого вора в законе. Или есть? Ладно, тогда базару нет. Извини. Пойду я, Хаттабыч, домой, почту посмотрю. А ты, если хочешь, погуляй пока по городу. Вот, мне письмо пришло от... Давай встретимся в 3 часа дня на площади. Приходи, Энни. Вот как. Неожиданно. Надо с Селезневой поговорить. Может, чего отдельного подскажет. Так, Селезнева. Центральная улица. О, ты уже здесь, Хаттабыч. Да, мы уже познакомились. Хаттабыч мне волосок на память подарил. Я тут тебя спросить хотел, Селезнёва. Спрашивай, что стесняешься? У меня сегодня вроде как свидание, что ли. Я толком и не знаю, что делать. А я тебе что, мужская консультация? Не парься, в чате спроси. Чатик. Прям в зал? Раз в зал. Покажи ей, что ты крут. У тебя самый большой мачете. Да, отдельный совет. Надо зазечь китайские фонарики. Это так романтично. Это, конечно, хорошо, только не то. Покатай ее на крутой машине, потом привези в шикарную квартиру, зажги свечи, открой бутылку текилы, и она твоя. Вот список конкретных рекомендаций. То, что надо. Начнем с машины. Теперь все нормально. Я и не сомневалась. Идем за тачкой. Авиасалон. Я вас машину хочу купить. Вот победа. Рыжий. Только стоит немало. Это вы не волнуйтесь. Деньги найдутся. Да я не волнуюсь. Я вас машину хочу купить. Вот победа. Раритет. Только стоит немало. Это вы не волнуйтесь. Деньги найдутся. Да я не волнуюсь. Выбирай.
Ваш паспорт, пожалуйста, для оформления. Замечательный автомобиль. Спасибо за покупку. Только цвет бедноват. Посетите автомастерскую напротив. Там как раз подобными вопросами и занимаются. Понятно. Прямо сейчас и зайду. Ну, а я пока займусь оформлением покупки. Так, на улицу. Авиамастерская. Я машину купил. Хочу, чтобы вы ее разукрасили красиво. Разукрасим, мама не узнает. Где машина-то? Да вот, только купил напротив. Победа. Ладно, сами пригоним. Деньги давайте. Где деньги? Через пару часов зайдите. Замечательный автомобиль. Спасибо за покупку. Да, шуфлайка. Так. Пойду Хаттабыч. Теперь все нормально. Я и не сомневалась. Так, теперь нужно... Машина есть. А, квартиру ремонт сделать. Пылесосу надо идти. Тут сидит Натика. Сбербанк. Магазин Композа. Здорово, пылесос. Здорово, гендос. Чё хотел? Хату хочу переделать. Ремонт там, все такое. Давай ключи, все сделаю. Держи. Так, все, ремонт есть. Расщелкались. Уже третий аккумулятор сожгли, небось. Хаттабыч. Ну, чего? Наговорился с Селезневой? Да она домой пошла, а я тебя тут жду. Скажи мне, о мудрейший, как сделаны все эти вывески? Фотографии это, Хаттабыч. Хочешь, фотоаппарат тебе куплю, будешь фотографировать? Хочу, конечно. Таким волшебством я еще не занимался. Пошли в фотомагазин. Забирайте камеру. Теперь она ваша. Привет. Ты Энни? Да, это я. Неужели это ты взломал сайт макрохарда? Ну да. Наконец-то я встретил человека, который это ценит. Ценю. Я вообще-то из службы безопасности. Извини, но теперь это моя работа. Хаттабыч, сейчас меня примут как родного. Лет на пять. Опять эти настырные люди
сейчас разберемся. Чего с трупом делать будем, Хоттабыч? С ума сошел от страха, что ли? О, осторожнейший! Спит она! Вот только спящих американских девушек из Макрохарда мне не хватало. Давай будить. Да, поцеловать надо. Может, просто наколдовать? Ты же джин. Не получится. Магии другой системы. Целуй, ни жаба, ни змей. Че стесняться-то? Так, целовать ее. Надо отсюда сваливать поскорей. А чего мы стоим, о господин? Потому что мы в пробке. Ну так говори, что мне надо сделать. Штопор? Да какой нафиг штопор? Потиснуться надо. Понял, сделаем. Хоттабыч. Ну, вот и кончились мои желания. Что теперь делать ты будешь, Хоттабыч? Свободен я. Полечу. Ну, ты хоть это... Письма пиши иногда. Эть, как получится. Прощайте. Microsoft-симулятор. Следователь. Марухин. Вот ваш диск. Пользуйтесь на здоровье. Мы больше не будем вам мешать. Все Хоттабыч. Так это ты, Хоттабыч? А я уж думал, влип. Спасибо. Да не за что. Знаешь, я понял, что там, куда я хотел улететь, меня никто не ждет. А здесь у меня есть друзья, и еще мне нравится заниматься фотографией. Ну и замечательно. Пойдем домой. Ага. Нифига, Хоттабыч. Где он наш Хоттабыч? Вот он. Хоттабыч? А кто это такой был-то, который в Энни стрелял? Он не в Энни стрелял, а в меня. Промахнулся просто. Это шайтан и шайтан. Ну, по-вашему говоря, шайтанч. Он джин. Как ты? Не совсем. Есть джинны, которые исполняют желания, а есть шайтаны, которые делают наоборот. Как это наоборот? Ну, делают так, чтобы желания не исполнялись никогда. Вот ты, например, хочешь много денег. Ну? А шайтан тебя подслушает и так заколдует, что никогда у тебя их не будет. Я понял. Короче, обломщик. Если кувшин попадет ему в руки, я стану его рабом навечно. А если он найдет остальных 12 джинов, то станет всемогущ. И тогда такой начнется. Ну так рано или поздно он до тебя доберется. Не добьется. Мы свободные джины. При желании можем стать простыми смертными. Смотри. Все, теперь я обычный смертный. Пойдем в бар развеемся. Да поставь ты кувшин, он больше не нужен. Кувшин. Мы тут с Хоттабычем гуляем. Он теперь смертный. Смертный, говоришь?
Надо бы ему поучиться защищать себя от Шайтаныча. И как я его научу? А чё тут учить? Идите в игровой зал, пусть тренируется, в стрелялке какой-нибудь. Здорово, Веник. Привет, Гендос, сыграем? Не, я не буду. Мне надо пылесоса заскочить, ключи забрать. Ты вот лучше Хоттабыча научи. Какого Хоттабыча? Поедем пылесосом. Пылесос. Композа. Сбербанк. Здорово. Привет. За ключами пришел. Вот, держи. Алло. Привет, Олег. Мы вроде обо всем договорились. Чего еще? С Хоттабычем? Там же? Хорошо, будем. Опять встреча в той же поворотне с теми же людьми. Не нравится мне это. Пойду за Хоттабычем. Хоттабыч. Селезнёва, а что ты тут делаешь? Иди в игровой зал, пусть Хоттабыч поиграется. Пойдем, Хоттабыч, нам тут встретиться кое с кем надо. Опять с этими бандитами? И чего они хотят? Не знаю. Ну так пойдем, узнаем. Это вы что, меня убили? Так, берем цуховики. Алло, Энни, это я, Гена. Лежу здесь связанный. Приезжай скорее, Хоттабыча убили. Хоттабыча убили. Как убили? Как? Из автомата. Он опять в дым превратился. Если бы можно было его оживить. Я тут подумала, помнишь, он спрашивал, можно ли жить в интернете? Ну да. Можно было бы попробовать. Расшифровать генетический код. Только у меня от Хоттабыча ничего не осталось. Как не осталось? Я же тебе говорила, он мне волосок свой подарил. Супер! Селезнёва, ты гений! Ну так. Так, а где у нас такое делают? А-а-а, знаю, в институте генетики. Только это ж бешеных бабок стоит. Ну ладно, тогда за бабками, Энни. Поехали за деньгами. Фига себе, дома сделали мне. Так. Черт, бабки сперли. Это точно этот хомяк. Какой хомяк? Белый? И пушистый. Бритый, точнее. Александр. Ну, который меня связал. Ладно, не парься. У меня на кредитке кое-что есть. Так, идем. Сбербанк. Сбер. Банк. Улица генетиков. Так,
Поехали. Да, блин, не пылесосу надо. А стугины. Здрасте. Чё надо? Нам бы того, внутрь. Не положено. А может, положить? Чего? Ну, денежек немножко. На стол. На стол не надо. В руку давай. На, бери. Лаборатория. Деньги надо. Не получается почему-то. Не получается почему-то. А, вон сок надо дать ему. Здравствуйте. Добрый день, молодой человек. Что вы хотели? Да мне бы... Мне надо генетически моего... Дяди, то есть, расшифровать. Милейший, да вы с ума сошли. Некоторые так говорят, но я не верю. А напрасно. Это стоит чудовищно дорого. А деньги нужно отдать. Теперь нормально? Ну, вы же понимаете, что за 5 минут мы вам ничего сделать не в состоянии. А за 10? Вот что. Милейший, мы сделаем все, что сможем. А вы вот что. Поезжайте, купите диск, а мы на него все запишем. А на ваш нельзя? Молодой человек. Все когда-нибудь кончается. И диски не исключение. Так, короче, поехали. Улицу. Пылесос идет. Привет. Что? Претензии? Хреново сделали? Да не, нормально все. Дай-ка мне ЦДР-ку одну. Да вон лежит, возьми. Извините уж, молодой человек, но я тут нашел один, завалялся. Здесь расшифровка генетического кода. Все. Гоним домой. Композана. Композана мне нужна. Пюрбанк. Помощить. Расщелкались. Уже третий аккумулятор сожгли, небось. Комната.
Вот же черт, не появляется Хоттабыч. Вот что, моя прога не работает, получается? Прикинь, не могу Хоттабыча оживить. А, попробуй-ка вот это. Это мои наработки. А в макрохарде, знаешь ли, много чему можно научиться. Милостивейший, ты спас меня, я снова жив, сбылась моя мечта, я в интернете, только я тебя не вижу. Короче, нас зовут Костяня. Слушай, что делать-то? Не видит он меня? Да? О, а у тебя веб-камера есть? Нету. Точнее, была, да, сдохла на днях. Так езжай, купи, подрубишь ее, он тебя и увидит. Так. Опять пылесос ее. Тощий, мелкий, как трехгиговый винт. Пылесосу надо. Пульт генетиков. Композа. Привет еще раз. Что-то ты зачастил. Надо так. Я тут веб-камеру побрал. Что? Сдохла? А нефиг мне было в видеоконференциях рожи строить. Да сам ты рожа. Ладно, пошутил я. Денег давай, да? Выбираем. И выходим. Слушай, что делать-то? Не видит он меня? Да? О, а у тебя веб-камера есть? Нету. Точнее, была, да, сдохла на днях. Так езжай, купи, подрубишь ее, он тебя и увидит. Так она у меня и есть. Пашка.
Сотри его. Все. Кэй, не подходит. Слушай, а эти козлы, что у меня бабки сперли, с ними-то что делать? Не заморачивайся, они все равно фальшивые. Как это? Они на папирусе напечатаны были. Хотя твой про другую бумагу и не знает, небось. Обалдеть! Ага, и номер одинаковый. Черт! Ну, точно тот, что на сотке был, который я Хоттабычу показывал. Погоди, а ты откуда знаешь? Следователь рассказал. Так, и что он тебе еще рассказал? Что ищет? Кто такую хреновую тучу фальшивок запустил? Это же он и на меня выйти может. А то... Хоттабыч. Хоттабыч! Чего тебе? Он наидружнейший из всех друзей. Пробегись там в инете по всем камерам слежения. Ну, где какие найдешь. Может, там эти крендели где засветятся. Крендели? Сладкие? Ага, сладкая парочка, два подарочка. Александр с Олегом, в смысле. Слушаю и повинуюсь, о загадочнейший. Здрасте, это Гена. Хотите, скажу, кто фальшивые деньги распространяет? Вот и все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока. До встречи в новых видео.